Ребята, эта девочка такая забавная, что я что даже моя любовь улетела в горы. Ребята, уже другой день настал, я решил погулять. Ребята, у меня тут такое поле. Ребята, я нашел какую-то ферму. Смотрите, какие там штуки. Ребята, тут замок Вантелла. Вот, видите? Ребята, смотрите, там какие-то клетки. И там лошадка. Я решил погулять. Ребята, как вы думаете, что за этим забором? Ребята, походу это не клетки, а могилы. Я перепутал, это могилы. Ой, как их тут много. Это же кладбище. Как прошлое мое видео про кладбище. А вы хотите, чтобы оно очень вышло? Вот я очень не хочу. Ребята, если вы наберете под этим видео 12 лайков, я сниму ночью по это кладбище и покажу вам. Но сейчас дальше вас не будем пикать. Ребят, смотрите, какие тут дома. Штучка, чтобы жарить. Я, и еще, чтобы играть в футбол. Там. О, ну вот. Ладно, я храбрый, маленький, ничего не будет. Ноги у меня такие маленькие. Я не могу спускаться, но наконец-то я залез. Ребята, даже вам будет сложно, ребята. И мои любимые. Кстати, майки заснели. Ребята, я как в ссылке. Только там на обуви лежать. И там нету вот таких линий. А? Не ветер мешает. We'll be right back.
Я пососу тут часто. Я паук, но это паутина слёная на меня. Я вот так иду, и я чувствую, так неудобно лазить. Ай. У меня тут такая карта, телефончик вот такой тут. Вот компьютер, чтобы узнавать, где злодеи. Вот, тут еще человек, у него, он не просто день, он не может драться, а зато у него, он его гоп ударяет, молния. Вот, видите, я не знаю, это у него молния. У него сила молнии и вот такое оружие, и вот такие крылья, как у Бэтмена. Алло. Бонжур. Баба. Что, она не поняла? Ребята, накидайте реалитика. Вот, вот, видите, не получается. У нас нет. Ребята, эта девочка такая забавная, что я что даже моя любовь улетела в горы. Девочка, поднимаемся. Мунти Паттель. Ребята, я не понимаю про французов. Что? Ребята, что они говорят, я не понимаю. Я не знаю, французский. Какая милая девочка. Ребята, нам не понравилось.